Очень бурное обсуждение вызвала данная видеозапись в сети. Автор пожаловался на водителя Subaru, который выполнил перестроение из ряда в ряд дважды. Но ответная реакция была не такой, какую, судя по всему, ждал автор поста. Большинство комментирующих обвинили водителя видеорегистратора в маленькой скорости на левой полосе. И это, кстати, тоже одна из проблем наших автолюбителей, тех, кто не особенно думает о двигающихся сзади, занимая крайнюю левую полосу. Но и двигаться в городском потоке стоит все-таки аккуратнее. При таких маневрах есть риск встретить новичка, который попросту не успеет среагировать. Что ни день, то упоминание о маршрутных автобусах. В очередной раз в кадр попал крупный перевозчик, на этот раз выехав на перекресток уже при смене сигнала светофора с желтого на красный. Ферина Баландина. Вновь при смене сигнала светофора водители не могут разъехаться без столкновения. Водитель Nexia сходу решает выполнить левый поворот, но встречный автомобиль планирует проехать перекресток прямо. Возьмите за правило снижать скорость перед перекрестком и полностью останавливаться, пока не убедитесь, что вас пропускают. Вспоминайте правила дорожного движения, будьте взаимовежливы и помните, что именно от нас в первую очередь зависит статистика дорожно-транспортных происшествий. И не забываем, что следить за ситуацией в режиме онлайн вы всегда можете на сайте maps.ufanet.ru.